Двигатель переменного тока с коротко замкнутым ротором. И он состоит из элементов, которые называются ротор и статор. Ротор вращается и представляет из себя так называемую беличью клетку. У крупных моделей это штыри, на которых нанизаны пакеты из пластин электротехнической стали. А у мелких моделей вместо этих штырей просто заливают алюминий в ребра этих пластин в пазике. То есть, по сути, металлическая катушка, которая помещается на подшипнике и помещается внутрь статора. Раз, два, три. Обмотки, подключенные к сети переменного тока. Когда подается напряжение на обмотке, ротор приходит во вращение. Происходит это потому, что образуется вращающееся магнитное поле, которое наводит в этих пластинах ЭДС, и вокруг ротора образуется вторичное поле. А дальше это поле начинает тянуть за собой поле ротора, и он приходит во вращение. А из-за того, что угловая скорость не совпадает, он называется асинхронный. Потому что поле статора вращается несколько с другой скоростью, чем ротор.